Всем привет, жучок говорит. Приветик, приветик. И Рыжко тут как тут. Да, и Рыжко тут как тут. И жучок тут как тут. У нас солнышко вон. Видали? Солнышко, сосули. Сосули на солнышке. Сегодня у нас двадцатничек, минус 20, хотя завтра должно быть потепление. Ах, аж сопли из носа. Сейчас ходил, гулял, аж сопли из носа. Гусей мы не выпускаем. Рыжулька постоял. Рыжулька как курочка, смотрите, он там, он на жердочку сейчас сядет вот тут вот и будет сидеть. Нет, что-то там в углу, смотрите, затеял. Что-то там затеял. О, ты писюлю затеял? Рыжий, ты тут ходишь в туалет? Ах ты, зараза такая. Смотрите, лентяй какой. Ему далеко идти, видно. Он вот тут вот уселся рядом с колонной. Аполлон наш. Уселся вот здесь вот. Не хочет идти. Обленился. Ну, молодец, хоть здесь, хоть снежок, а не в доме. Да, я понимаю. Минус 20. Кому хочется писюльку свою отморозить? Никому не хочется. Никому, да? Вот жучка валяется. Ну, жучка, у тебя балдеж. У тебя балдеж. Да, молодец, жучок, молодец. Жучка покушал? Да, жучка покушал. Все покушали. Матроскин у себя дома в Ярославле. Забился под кровать. Ну, это такой процесс одомашивания. В принципе, я думаю, Ружуль, как долго? У тебя там что? Сколько копил-то? Всю ночь копил, что ли? Ну, Рыжулька. Я помню, как Клякса, когда я ее привез маме, Кляксу, она дня 3 или 4 не вылезала из-за шкафа. Так причем так она залезла за шкаф, что вылезти обратно, я не знаю, было, по-моему, невозможно даже. Вот, мы ее даже потеряли, если честно. Потом мама услышала, что она корябается на 3-й или 4-й день. Не пила, ничего, я не знаю. Начала корябаться. И вот тогда я приехал и... разбирали шкаф, чтобы из этого угла мы могли достать Кляксу. А сейчас вон, королевишна. Вон сейчас королевишна какая. 2 видео назад я показывал, к маме приезжал. Рыжок сидит до сих пор. Я не знаю, Рыжуль, ты здоров, нет? Ты здоров, мой хорошенький? Или ты никак настроиться не можешь? Жуч, ну чё, Жучка? Так что Матроскин под кроватью у нас. Кошка-мышка здесь с Рыжиком у нас. Вот кошечка наша. Да, вот наша кошечка. Стерилизованная. Да. Ну, кошку-мышку я не хочу отдавать. Они с Рыжим хорошо ладят. Ну, если, конечно, есть у кого-то желание, может взять кошку-мышку. Мышака взять, то можете взять и мышака. Ну, не знаю. Вообще она мне нравится. От мышака отдать, кого же мы фуфырить будем? Никого тогда и не нафуфыришь. И не нафуфыришь никого. О, Рыжок. Ну, напрудонил ты. Я смотрю, ты тут прудонишь. Аж отмостка треснула от тебя. От твоих теплых ключей. О, напрудонил. Вот тут вот, видите, трещина отмостки. Да, от теплых ключей Рыжего. Да, Жуч, так и треснула отмостка у нас. Так и треснула, да, мой хорошенький. Так все и треснуло. Ох, морозяка сегодня. Морозяка прям. Да, морозяка. Жиж, что, ты почесать хочешь? Что у тебя? Прилипло, что? А, понюхать просто, смотришь, что там у тебя? В общем, вот такие вот делишки у нас. Так, ну а что у нас творится? А у нас что тут творится? Вот Рыжко выскочил. Вот что у нас творится. Рыжулька выскочил. Где ты там спишь-то хоть, а? Опять, видели? Опять. Ну, теперь у вас места тут полно. Подушка висит. Черт поймешь, что у вас тут, да? Черт поймешь, что. А у нас снежок. У нас снежок. Рыжий, спал? Спал, скажи честно. Признавайся, спал? Вижу, спал. Молодец. А кошка-мышка не спал. Кошка-мышка у нас на стороже. Да. Кошка-мышка на стороже у нас. Мышь, ну что? Ну что, мыша? Мыша, ну... Ну, сухой корм кушайте потихонечку. Попозже чуть покормлю вас, попозже. Сейчас надо... Я гусей сегодня не выпускал, но пошел их кормить капустой. Они меня защипали. И за это я их выгнал на улицу. Я их выгнал на улицу, вон они сидят сейчас у меня в этом, в тепличке тусят. Да, сейчас надо их загонять, потому что уже темнеет.
И что интересно, смотрите, температура сегодня ночью была минус 20, представляете? Минус 20. Сейчас уже теплеет, но, соответственно, снег пошел. Видите, да? А завтра будет плюс 2. Вот опять снег пошел, тут сколько чисть не чисть, все, снег, 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 снег. Завтра будет плюс 2. Вот такой вообще минус 20 ночью, а завтра плюс 2. Вот такие вот перепады. Ну что, бедолаги, идите. Идите сюда. Че, подмерзли, что ли? Вы че, бедолаги? Ну че, бандит, привет. Здорово, бандит. Здорово. Выходьте. Выходьте. Идите. Я вам капусты там нарезал, нарубал. Пойдемте. Не хотят. Упрямятся еще. С каждым, видите, нужно переговоры вести на уровне Министерства иностранных дел. Да, на таком уровне. Ниже они не воспринимают переговоры. Да, идите сюда. Идите. Идите, мои хорошенькие. Все, заходите. Заходите, говорю. Смотрите, у вас там тепло. О, вон целый чан. Целый чан капусты вас ждет. Ох, у них температура здесь нормальная. Вон, видали? 10 градусов. Че, пришли? Открывать вам ворота, да? Заходите. Заходите, мои друзья, заходите. О, давай, галдеть, давай. Капуста, налетай, налетай, все. С вами разговор у нас закончен. Жучок вон по горам лазит, что-то рыскает там. А, понятно, что вы рыскаете. Вот. Ну все, сегодня все заметет, завтра, надеюсь, все растает. Ну что, ну что, мои хорошенькие аглоедики? Рыжулечка, рыжуля, рыжуля. И жучка. Так, жучка, мы у тебя обнаружили кое-какую пакость. Да, сейчас будем разглядывать жучкину пакость. Жуч, я водички пока вам принес. Да, можешь не прыгать. Можешь не прыгать, я водички принес. О, у нас, видали, сегодня потепление. Сегодня у нас потеплело, но все засыпало. Я думаю, сосуляки сегодня у нас все отпадут. Жуч, водицы. Водицы тебе налью, да гусям. Да, тебе да гусям. Давай, показывай. Так, жуч, иди показывай. Да, вот я обратил внимание, что у него на ноге. Жуч, давай, как-то прогуляться нам нужно, чтобы видно было. Видите? Пятно какое-то. Во. Как будто кровоподтек. Так, Жуч, теперь ложись давай. Ложись. Ложись. Вот оно. Я начал ковырять. Руками можно трогать, нельзя, я не знаю. И наковырял какой-то вот такой сгусток. Я так понял, это клещ какой-то старый, что ли. О. Вот он. Но тут какая-то уже как родинка стала. На самом деле. Как болячка, знаете, вот болячка такая. Как вытащить ее, я, честно говоря, не знаю. Жуч, тебя что, к ветеринару надо вести, чтобы тебе operation сделали, да? Операцию. Ну ты-то, смотрю, довольный. Не грустненький, нет. Веселишься. Давай водиться тебе налью. Да. Ты с клещами хорошо дружишь, да, я смотрю. Живешь. Жуч, у нас, во, видишь? Вот у нас что. Да. Жучка великолепный. Понюхал водицу жучкину и сказал, нет, мы пить не хотим, мы хотим есть. А жучка попивает. Жучка молодец. Так, ну что, нужно наших пингвинов напоить. Я их выпустил, сегодня для них жара. Даже открыл дверь в их курятник. Это снеговик, новый вид снеговика. Познакомьтесь. Жуч, ну ты что веселишься? Ну, Жуч. Ох, Анжелка уехала. Если б не уехала бы, слепил бы нового снеговика. Это кто у нас тут такие хорошенькие? Это кто у нас такие хорошенькие?
Кудах-кудах, это чьи курочки? Это чьи курочки? Ой, спасайся, спасайся. Спасайся, спасайся. Вы смотрите, а? Хулиганье какое. Ульрих, какой ты хулиганье. Сейчас тебе пиндалька дадим. Ну, воды налил вам и сбежал от вас, потому что вы нападаете, нападаете. Особенно Ульрих, да. Лиска, ты молодец у нас, ты у нас молодец. Так, ну что ж, бега гусиные у нас закончились. Давай зверьё кормить теперь, да? Зверьё теперь кормить. Жуть, с тобой надо что-то решать, да. Что-то решать нужно с тобой. Болячку либо отковырять мне самому, но как-то боязно мне отковыривать боляки твои. Да. Так, друзья мои сердечные, у нас завтрак. Да. Без матроса. Завтрак без матроса. Матрос прислал уже фоточки нам. Да. Матрос прислал. Знаете, откуда матрос прислал свои фоточки? Из-под кровати. Сейчас я вам покажу матроса из-под кровати. Вот. Здравствуйте всем. Матроскин сидит под кроватью. Слушает звуки котов. Им отвечает. А мне не отвечает пока. Так. Вот здесь у нас Матроскин чувствует себя в безопасности. Только что вышел, походил, помяукал. Надрывно так. И обратно туда шмыгнул. Все, сидит, переваривает стресс. Вот так вот. Матрос под кроваткой сидит. А вы тут шлындаете. Сегодня тепленько. Сегодня плюс 2. Да, это жучки. Это жучки я несу. Жучок. Паучок, на, кушай. Свою баланду. Кушай баланду свою. Да. Рыжулька, и сейчас вы будете свою баланду кушать у меня. Сейчас будете вы кушать свою баланду. Рыжко вон домой хочет, смотрите. Давай, заходи, Рыжко. Будь как дома, молодец, вот. Тут-то мы матроса и поймали, да. Да, Рыжульчик, так и было. Вот он приперся такой, думал, что тоже погостить пришел. Да, будете жить в доме. Да у вас свой дом хороший. Зачем вам в этом-то жить? У вас свой куда лучше, да? Куда лучше-то свой у вас? Вот какие хорошенькие мои. Вот какие мои хорошенькие. Иди, иди, вот они. Рыжий, ну что ж ты делаешь, зараза такая. Смотрите, рыжий все вывалил. Я не знаю, мне эту, наверное, фанеру мыть летом и лаком покрывать, чтобы потом просто протирать ее было. Потому что вы, конечно, котики, грязнульки. Вот посмотрите, на улице зима, зима на улице, а у меня все в кошачьих следах. Смотри, рыжий тащит, тащит. Тарелка не для рыжего. Рыжий почему-то все решил есть вот так вот у нас. Вот, молодец рыженький. Так ему удобнее кушать, да. Так удобнее ему кушать, мой хорошенький. Так удобнее кушать. Ну ладно, удобно так удобно. Кушай так. Так, жуч требует чуханье. Да, мышь ничего не требует. Мышак ничего не требует у нас, да? Мышак вон сидит. Лапку свою задрал. Жуч, ты видишь, что мышак так же, он тебя пародирует, да? Мышак у нас пародист, да? У тебя какая лапка? Тоже вот эта, да? Вы что-то на одну лапку хромаете, да? Лапку поднимают. Так, рыжий в домике интересно или где-то шлындает? Интересно, да, жуч? Интересненько. Интересненько. У нас оттепель плюс 2. Все капает. Да, мышуля, все капает. Все капает. Я сейчас попытаюсь немножко здесь убрать, потому что здесь у нас навалило,
Ого-го, сколько. Молодец, жучок. Побреши немножко. Давай. Ну, вот так. Молодец. А то что, небрёханное с утра, да? Что, с утра даже не побрехать? Давай, побреши немножечко. Побреши немножечко. Пойдем гусаков погоняем. Пошли, жучок. Пошли гусаков гонять. А то что они? Им тоже скучновато. Да. Вот так, валяйся, давай. Молодец. Молодец, жуч. Валяйся. Давай, валяйся, давай. Вон они. Шпана. Вот она, шпана. Видали, уже снега выше забора у нас. А еще вся зима впереди. А еще вся зима впереди. Еще январь, февраль. Да еще март. Да. Ну вы что? Ну вы что, аглоеды? Че, аглоеды? Лиска. Лиска хорошая. Ой, побежал. Очень какой. Очень. Это совка. А это Ульрих. Да. Ульрих. Драный бачок. Ну. Ну че? Лиска, ты мокренький весь. Лиска весь мокренький. Не надо жрать лиску. Не жри лиску. О, какой. Ты смотри какой. Ты смотри. Он. Ты че, меня к лиске приревновал? О! Вцепился. Вцепился. В штанину. Да-да-да. Да-да-да. Лиска твоя. Знаю. Тут все твои. Все твои. Только у тебя перья вон болтаются. Только у тебя перья болтаются. Ульрих, дорогой ты наш человек. Что ж ты будешь делать? Все гуси как гуси, а Ульрих весь оборванец, как оборванец. Да. Ты что, в боях с Лиской пострадал? Ну, пострадал в боях с Лиской? Лиска вон около меня крутится, да. Крутится около меня, не шипи. Это мой Лиска. Что хочу, то и делаю с ним. Да. Что хочу, то и делаю. Очень, очень какой. Ну. Да ты смотри, какой аглоец. Смотри. Ты смотри. А ну-ка. Ну-ка, идите отсюда. Все. Кина не будет. Кина не будет. Да. Слишком вы охотники на меня. Да. Слишком вы охотники, Лиска. И ты тоже, да, слишком охотник. Тебя погладишь, ты сразу залезать на меня начнешь. Вон на Ульриха залезай. Где жуч наш? Жуч зевает. Зевай. Ну, жуч. Эх. Анжелка коврик забыл убрать весь в снегу. Да. Коврик весь в снегу у нас, жуч. И ты балдеешь здесь, да? Ну, балдей. Ну, чё, мышак? Чё, мой красивенький мышак? Водицы надо подлить вам, да? Чуть-чуть подлить водицы надо. Где Рыжко великолепный? Отсутствует. А то уже боюсь сейчас сунуть туда руку, и бешеный Рыжко вылезет. Ну ты чё? Давай, ковыряйся, ковыряйся. Давай, ковыряйся. Ну? О, какие тучи враждебные веют над нами. Вот вроде даже просветы где-то, голубенькое небо, и вот такие вот тучи. Низкие плывут. Плюс два, жуч. Жара, можно сказать. Мы гусаков своих потеряли. Где гусаки наши? Я им несу капустяк. Капустняк несу. Гусаки куда-то делись. О, орут оттуда, от дяди Миши на участок. Тут они все раскидали. Провод грызли, видно. Ну, сейчас, да, бегут оттуда. Сейчас жучка вон колябится. Ага, сейчас она наколябится. Сейчас злодеи прискочат. Жучке недолго осталось. Жуча злодеи, да, настигнут тебя врасплох. Но пока их нет, сейчас как раз капусту вывалю им. Идут. И вы знаете, по-моему, жучка не успела. Жучка, по-моему, не успела. Жучка в западне, да? Жучка-то в западне. Да угляди, жучка-то в западне. Где жучка-то? Жуч! Давай спасаться, жуч! Быстрее сюда! Жуч, давай. Жучка, бедненький, несчастненький.
Вы видали? Быстрее пока. Пока Ульрих капустняк ест. Жуть. Как так вышло-то? Как так получилось, что ты в западне? Ты видал птеродактиль птиц какой большой? Жуть, надо бежать. Надо бежать. Лизка, вас все боятся. Да. Идите капусту чавкайте, а то Ульрих вон все съест. Да, Ульрих все съест. Мы убегаем с жучкой от вас. Да. Чуть-чуть вас покормили. Все, бежать, бежать от вас. Жуч, ну ты даешь. Как ты так проморгал их? Неизвестно. Жуч, как ты их проморгал? Непонятно, непонятно. Так, что у нас тут? Калитка не закрывается. Калитка не закрывается из-за вас. Да. Ну, жуч, молодец. Ты вовремя убег. Очень вовремя даже. Очень молодец. Молодец, мой хорошенький. Так, рыжего нету. Здесь только мышак. Мышак, привет. Жуч, ты чё? Ну, привет, мышак. Мышак одинокий стал, да, очень одинокий. Да. Зато хозяин, жуч, как ты? Вы у нас хозяйки. Ты на улице, мышак там, на крыльце. Мышак у нас проголодался, да? Проголодался, мой хорошенький мышоночек, проголодался, да? Ну, поешь сушничка, да? Че, до 5 часов не потерпишь? Тем более рыжка-то нету. Ты что, без рыжка будешь кушать? М? Тепло сегодня, да? Тепло, тепло. И пофуфырить есть кого. Да, конечно, матрос тоже хотелось бы нам пофуфырить. Матросы бы с удовольствием пофуфырили. Но он под кровать забился. Да, да, мы хорошенькие, да. Ну вот, все вам рассказали, все вам показали. Ждем новостей от матроса. И увидимся в будущем. Пока! Киса, говори пока. До свидания.